я буду нести добро, я буду нести помощь, но я буду давать только добро людям и помощь свою, спасение, исцеление, использовать свое целительство только по запросу. Потому что у меня были прошлые опыты, вот я уже рассказала, знакомые с алкоголем, это были даже мои близкие люди, кому я доказывала, я прекрасно знала, что какая там проблема, вот раз, два, три, и все, проблема решится. Человек не понимал этого, я доносила, человек отрицал это, и я пыталась навязывать себя, потому что я была уверена на все 100%, что сейчас одна сессия, и все, у человека все по-другому будет, но человек это не принимал. И, соответственно, как бы, ну, в общем, мы ни к чему не приходили. Я этим больше не занимаюсь. Я не буду бегать ни за кем и навязывать свою помощь. Я не скорая помощь, я не спасатель. Я ведунья, ведьма, целитель. Вот кто я. Тренер, коуч, наставник, учитель. Но уж точно не спасатель. И не бегаю ни за кем больше, не одеваю ни на кого спасательный круг. Я даю спасательный круг, но только по запросу, когда человек обращается ко мне и говорит: «Не, Елена, мне нужна помощь». И, конечно же, я ему помогаю. Соответственно, человек мне платит деньги, я даю ему помощь, и все прекрасно. Или человек мне платит деньги, я даю ему онлайн-продукты свои, которые ему также помогают и работают, которые абсолютно на все 100%. И люди, которые проходили все это, они все знают. Но кто не верит, если есть такие здесь, заходите на сайты, смотрите отзывы людей. Здесь на Ютубе тоже смотрите, есть кое-какие отзывы. В общем, везде смотрите, все ищите, сравнивайте. И кому я откликаюсь, welcome, добро пожаловать. Обращайтесь, покупайте, что нужно именно вам. Записывайтесь ко мне на сессию, записывайтесь на предстоящий круг «Ведунья». Или записывайтесь, а на ретрит прилетаете, здесь тоже как бы это приветствуется, и я вас проведу, я вас направлю куда нужно, кто в теме ретрита, я приглашаю. Я не провожу ретриты, я не проводник, но мои коллеги здесь живут, на острове в Таиланде, классные вообще целители, они проводят здесь ретриты, здесь их команда.